Жителям края, которые планируют в ближайшее время отправиться на отдых во Вьетнам, следует быть осторожнее. На известный курортный город Ничанг обрушился тропический ливень. Он уже привел к многочисленным оползням, нарушившим дорожное сообщение. Многие жилые дома разрушены, есть жертвы. По сообщениям вьетнамских СМИ известно о 14 погибших. Наша коллега Софья Сапрыкина сейчас находится в самом эпицентре событий. Дождь был очень обильный, огромное количество воды и с гор стекало в море. В общем, потоп здесь был действительно серьезный. Говорят даже о цифрах. На данный момент говорят, что число жертв растет. Вчера это было 12 человек, но сегодня утром говорили, что количество уже, к сожалению, выросло. Даже в Ничанге были жертвы, а если в деревнях, то, возможно, там еще больше людей пострадало. Она подчеркивает, что это лишь первая волна тайфуна. Второй удар ожидают ближе к выходным, и по прогнозам синоптиков он будет гораздо сильнее предыдущего. Добавим, ближайший рейс из Барнаула в Ничанг запланирован на 29 ноября.